Привет, друзья, с вами Сенсей. Смотрите, у меня вот остались обмылки, мыло. Вы их не выбрасывайте, можно из них что-нибудь придумать. Смотрите, вариант. Возьмите терку, не эту, вот такую. И натрите его. Прям берите и натирайте вот так вот смело его. Натерли. А теперь налейте кипяточка сюда. Вот так, достаточно будет 300 грамм, примерно на 3-4 обмылочка. И пусть оно постоит так примерно полчасика, может часик. Пускай раскиснет хорошо. Так, через полчаса у нас получилась вот такая кашица. Видите, теперь мы ее поставим на водяную баню. У меня это в кастрюльке. И помешивайте в течение там 50 минут. Пока мыло не растает. О, жара. Растаяла немножко. Еще мешаем. Подождем. Добавлю пару ложек еще оливкового масла сюда. Все у нас растаяло и превратилось вот в такую жижу. Теперь мы это все дело разливаем по формочкам. У меня раньше заготовленные формочки были, у меня маленькая лялька дома. Я сделаю для ребенка вот такие формочки, такое мыло. Новое мыло можно убрать. Вот такой кусочек мыла получился у меня. И кораблик для ребенка. Ему будет очень весело мыть руки.